Всем привет! Сегодня видео на построение простых форм. Тем, кто уже довольно давно моделирует и умеет, наверное, это будет скучное занятие. Тем, кто только пытается научиться, скорее всего, может быть, что-то будет полезным. Самые простые формы лучше всего начинать учиться с построения простых кривых, то есть простые поверхности, учиться строить из простых кривых. Предлагаю такой вариант. Раньше в справке по Autodiscalias были примеры, по которым можно было, ну то есть были скетчи, по которым можно было пытаться строить какие-то моменты. То есть в данном случае получается, попробуем сделать вот такой вот момент. То есть это скетч из Autodiscalias. Для начала расстановка чертежей. Сначала я выбираю вид справа. То есть любой вид, сайт, ну то есть сторона. И выбираю чертеж. Мне нужно оттолкнуться для начала от чего-то. То есть я ставлю привязку в 0. И соответственно должен указать размерность. В принципе, я поставлю 350 мм, пускай будет такой. Соответственно, вот этот чертеж и этот слой желательно сразу обозвать. Я называю его сайт. Почему сайт? Потому что сторона может меняться лево-право. То есть от этого чертежа можно отталкиваться. Дальше мне нужен вид топ. И, соответственно, следующий слой. Ну, BP это blueprint. То есть чертеж. И, соответственно, выбираем следующий вариант. Через команду picture frame. Вот здесь в данном случае, поскольку мы выбрали чертеж, да, то, соответственно, можем отравниваться по уже имеющемуся, скажем так. Потому что они по размеру одинаковые, единственное, что разные плоскости. Соответственно, вот этот чертеж в режиме топ я через команду align ставлю с отметкой vertical center. То есть центрирую по вертикали. И теперь у нас получается следующий, устанавливается фронт. Он как бы и фронт, и если есть передняя и задняя сторона чертежей, то соответственно передняя фронт, задняя бэк. То теперь вот этот чертеж можно устанавливать уже на виде фронта. То есть мы привязываемся. И можно его проверить тоже vertical center, отравнять по вертикали. То есть вот такая ситуация получается. Здесь можно как бы создать общий слой. И выделить с шифтом вот эти и перетащить их прямо внутрь. То есть это будет группа слоев. Она удобна тем, что фактически можно отключать внутри группы какой-то, да, группа будет, если включить, сделать, например, слой point, предположим, перейти на него, то, соответственно, группу можно сразу выключать быстро и лочить, чтобы ничего не происходило с чертежами, чтобы случайно их не зацепить. Я в данный момент выделю все три чертежа, перейду в свойства материала и вот в разделе Transparency сделаю их прозрачными. Ставлю где-то, скорее всего, наверное, не 60, а процентов 70. Красный цвет нам и так видно. Ну и, соответственно, чертежи наши будут прозрачны. Дальше желательно
на виде справа вот эти чертежи тоже выровнять по вертикали, по центру. То есть вот таким вот образом. Но здесь такой момент. У нас вот этот чертеж должен находиться вот в этой точке. То есть, соответственно, я должен его подвинуть. Ну, вот до вот такого, например. Ну, то есть у меня здесь должно пересечение быть. То есть он должен стоять вот здесь. То есть вот таким образом. Он не должен стоять по центру. То есть в точке 0. Но все чертежи, они в данный момент как бы установлены правильно. Теперь получается у нас такая возможность есть. Мы делаем, я буду делать слой help box и, соответственно, ставить его красным. Выделяю то, что находится на слое и под слоях sublayer. Иду анализ, bounding box. Здесь опять же кривые. То есть, как быстро создать. И, соответственно, габаритный контейнер. И, соответственно, принести его сюда. То есть, для чего мне это необходимо? Мне нужно установить несколько точек. Ну, я могу, конечно, это не делать, но как бы, в принципе, пускай будет контейнер на этом слое. То есть я вот этот слой опущу ниже с точками. И сделаю слой кривые, с которыми буду работать. Дальше. То, что не нужно, можно отключить. Предположим, если работать, например, то есть топ можно отключить. И пока заочерить все чертежи, соответственно, раскрыть вот эту часть. Но тут такой нюанс. То есть мне нужно вернуть еще раз все чертежи. Соответственно, это все выделить. И поскольку у меня вот линия проходит вот в этом месте, то, соответственно, я должен чертежи опустить на горизонталь. То есть вот таким вот образом. И теперь можно лочить, ну, можно не скрывать чертежи, можно, как бы, если они прозрачные, то, соответственно, в этом случае все выглядит довольно замечательно. То есть на виде справа теперь, как бы, можно ставить точки. То есть я перейду вот сюда, поставлю точки, предположим, каким-нибудь таким цветом, ну, пускай будет зеленый. То есть я точку поставлю вот в этом месте. Можно с привязкой по сетке, можно привязку эту отключить. Ну, как бы можно изменить шаг привязки, то есть в настройках установить, например, Snap Spacing 0.5. И ставим точку пока что вот сюда. Дальше ставлю точку вот в это место. Как бы здесь я точно прям сильно придерживаться не буду, но как бы буду стараться. То есть мне вот нужны какие-то определенные точки на данный момент, к которым я смогу привязываться. Ну а сюда, соответственно, на линии нужно поставить какой-то цвет, который устраивает. Ну, в принципе, оставим черный. Цвет не важен. Я беру обычную полилинию и, соответственно, с привязкой поставлю пока end, point и project у меня включено, чтобы все то, что я строю, было на проекции, то есть на виде фронт, чтобы шло вот по вот этой плоскости. Соответственно, с привязкой по точке ставлю вот так. И вторую ставлю вот так. Почему так? В принципе, вариантов
как бы много по поводу построения кривых. Можно взять, предположим, как вариант по трем точкам, да, то есть установить здесь, например, точку, установить здесь точку и, соответственно, через точку пустить. То есть можно вот таким образом. Как бы никто не спорит. То есть этот вариант тоже возможен. Его можно обрезать, чтобы не утруждаться. Но в данном случае я так поступать не буду. Соответственно, как бы по привычке буду делать поднятие степеней. То есть вначале я могу спокойно делать 3 контрольных точек. Точки, вторая степень, нажимать ОК и, соответственно, отображать контрольные точки. Дальше гамбл можно переключать по вот этой белой метке, но лучше всего переключать по правой кнопке. То есть вот здесь мы, соответственно, переключаем его. И вот у нас нормаль. То есть, как бы все удобство заключается вот в этом. Ну, я прям сильно к чертежу придерживаться не буду. И, соответственно, эту же точно так же. То есть, ну, это скетч, это не, ну, это эскиз, это не точный чертеж, не какие-то там точные моменты, поэтому как бы поступаем пока так. То есть я в данный момент, получается, должен достать панель анализа и сразу же проверять вот этот момент по поводу графика кривизны, то есть сразу видеть. Но желательно с этим работать, оно помогает очень часто. То есть у меня отклонений фактически никаких нет. В одном случае, если высота вот этого графика кривизны ниже, чем вот этого, здесь радиус больше, а здесь радиус меньше. Ну, то есть вот поэтому даже ориентироваться можно. Соответственно, первое... Кривые пока оставляем. Дальше, получается, переходим на вид фронт. Опять же, обычно не обязательно брать какие-то... Ну, то есть не обязательно брать именно интерполяционную кривую и по контрольным точкам. То есть можно обычную полилинию. Но здесь чертеж не совпадает, поэтому как бы я буду идти... Поставим 25 до такого варианта. И, соответственно, тоже rebuild. 3 контрольных точки, вторая степень. И в данном случае я поднимаю вот это, вот эту часть. То есть, получается, мне сейчас необходимо сделать копию этой кривой оси Y. И посмотреть на кривизну, скажем так. То есть вызываем команду панель трансформации setPoint Z и отравниваемся по точке. То есть таким образом. Соответственно, проверяем инструментом G что. То есть G какая. Получилось G2, то есть кривизна есть. Соответственно, переходим на эту сторону. Смотрим. У нас сама кривая, ну, обе кривые, они находятся не в том месте, где надо. Они находятся на проекции, то есть они, вот они ровно в ноль. А нам необходимо их передвинуть вот сюда. Поэтому мы с привязкой по энду переставляем их вот сюда. И, соответственно, у нас получается такой момент, что на этом чертеже, ну, на этом эскизе у нас, скажем, точка находится, окончание вот здесь. Вот она. А справа она вот находится вот в этой точке. Ну, то есть, как бы все нормально, будем считать. Дальше. Можно на виде справа сразу же делать
как бы поступить каким образом? Снова же взять обычную, да, линию. Но я бы сделал в этом случае совсем иначе. Как бы здесь и в наборе инструментов существуют дополнительные, скажем, возможности. Я бы взял вот эту перпендикуляр с привязкой по точке и провел бы вот таким вот образом. То есть, для чего? Для того, чтобы вот эту кривую теперь немножечко срезать. Ну, скажем, по продолжению, вот где-то в этом месте, например. И удалить. Дальше, как вариант, вот эту кривую нужно как-то продлить. Стандартным инструментом Rhino, который вот здесь есть, продление, это делать неинтересно. То есть, вот они, вот она панель продления инструмента, вернее, кривых. То есть здесь получается у нас Extend Curve просто, Connect, это когда одна кривая не достает до второй, можно сделать Connect. Следующий это у нас идет Extend Curve Smooth, Extend Line, арка, соблюдать радиус. Ну и соответственно как бы набор есть, но этот вариант не подходит, потому что перестроится кривая. Он не интересен. Вот в Autodesk Shape есть Control Point Modeling инструмент. Очень замечательный. Я просто сделаю экстраполяцию. То есть у меня получается вторая степень так и останется. Но экстраполяцию я сделаю, проведу вот до такого состояния. То есть нажимаю ОК. У меня теперь точка это не играет никакой роли. Почему не играет? Потому что если, предположим, взять кривую центра, вот такое, то соответственно у меня вот здесь точка пересечения образовалась. То есть как бы теперь я ставлю точку на вот этом слое с привязкой int intersection пересечения, то есть вот здесь вот она. И дальше соответственно можно поступить тем способом, который у нас как бы есть. Можно взять привязку near, установить, предположим, точку вот здесь. Near это близко, то есть близко на кривой. И дальше уже ориентироваться по скетчу нашему, ну по эскизу по-русски. То есть найти где-то серединку и найти. То есть у меня получается вот мне не дает возможность привязки моей орта, грид сна, ну то есть как бы если я зажму Alt и Shift, то у меня все свободно, я спокойно могу ориентироваться, ну то есть делать построение кривой. То есть я сделаю вот таким вот образом. Только единственное, мне эту кривую нужно переместить вот сюда. То есть опять же, если поставить точки дополнительно, мне просто нужны точки пересечения и все. Кривую как бы я построю по этим точкам с привязкой. Соответственно, вот эта точка не нужна, ее можно залочить временно. Пока что берем обычную линию, снимаем point, снимаем near, ну point в принципе нам пригодится, intersect снимаем и соответственно строим, то есть делаем rebuild, ставим вторую степень, только опять же не переключился на этот слой и соответственно отображаем точки по F10 и ставим так, как нам как бы необходимо, то есть вот таким вот образом. Соответственно, если точки эти все отключить, убрать пока что эти графики кривизны, то у нас на данный момент вот в это место можно срезать. Ну, то есть получается, сплит у нас работает
как нож. И трим тоже как нож. Но только они немножечко в обратную сторону работают. Сплит — это что резать и чем. А трим — это чем резать и что. Ну, то есть такая как бы штука для запоминания. Вот. Соответственно, трим — чем и что. Ну, чем этой линии, что вот этот хвостик. Ну, как бы довольно просто ориентироваться, как работает инструмент. Дальше, желательно, конечно, попробовать сделать такую штуку. Можно вот эту кривую, соответственно, инструментом offset, вот этим, через true point переместить вот в это место. Но он у нас, ну, эта кривая, она немножечко будет как бы по форме не такая. То есть, в принципе, опять же, вариант самый простой. Через три окружности всегда, ну, часто можно делать через три точки. Ну, то есть это довольно удобная штука для построения. То есть Shift я зажимаю, отключаю орта, а вот у меня одна часть. Соответственно, вторую сделаем такую же. На этих примерах, ну, довольно неплохо тренироваться. Ну, я не считаю, что это очень плохо. То есть можно даже те же самые примеры, скажем, повторять через какое-то время. То есть, может быть, будет. То есть я точку ставлю здесь. Дальше поставим точку вот в этом месте. И, соответственно, поставим вот здесь. То есть получается три окружности. Все они не нужны. То есть делаем трим. Можно трим не делать. Соответственно, вызвать вот эту панель, ну, она была внизу, я перевызвал ее по новой, и взять инструмент boolean, curve boolean. Соответственно, delete input all, внутри щелкнуть, и инструмент знает, что граница вот этих кривых, она и будет взята, то есть вот она. Ну, как бы здесь этот инструмент хорошо работает, но нам немножко по-другому надо поступить. То есть мы берем трим, соответственно, вот эти все моменты обрезаем. Они как бы не нужны. Но оставляем, ну, даже я, наверное, много срезал. Ну да, то есть надо было срезать вот таким вот образом. То есть вот эти. Даже вот эту не надо срезать пока что. Вот эту нужно срезать. То есть вот так получается у нас. Вот это должна быть целой, и обрезана она должна быть по точке. Вот здесь. И, соответственно, дальше можно удалить. То есть у нас вот эта линия, она общая. Ее по большому счету желательно, конечно, разбить на три части. Но для того, чтобы ее разбить на три части, вот эти три кривых нужно сделать rebuild. И rebuild делать четвертое 3. Ну, там отклонение будет, но как бы это чертеж. То есть окей, соглашаемся с этим делом. Если не вот этой командой, предположим, хочется, можно отменить назад и, соответственно, сделать curve approximation через Autodesk Shape. То есть третья степень, соответственно, apply. Окей, здесь то же самое, она ни на что не влияет, тоже apply. А вот эту... Здесь она сейчас в данный момент построена третьей степени, да? Но мы ее делаем сплит. Сплит мы ее сделаем где? Мы ее сделаем сплит вот здесь, раз, и кривизну соблюдаем. И, соответственно, где-то вот в этом месте тоже 2. То есть у нас вот три кривых. Теперь по кривизне все как положено, все отлично. То есть она порезана. То есть вот один кусочек, вот второй кусочек, третий. И, соответственно, это все третьей степени, то есть выделяем, смотрим. Можно, в принципе, выбрать все кривые. Ну, только, кстати, вот эту кривую можно отрезать по точкам.
лишнее убрать, но оно как бы лишнего там нет необходимости. Вот эти пока можно посмотреть, все нормально, они третьей степени. Дальше смотрим, вот эти у нас были второй степени, мы их перестроим до третьей, то есть опять же. Дальше смотрим, тоже перестраиваем эту. И, соответственно, на виде фронт смотрим. Но только надо по отдельности их делать. То есть, как бы, строить вот так. Ну, то есть, перестроить кривую, да, вот это убрать. И, соответственно, вот эту скопировать и посмотреть кривизну. Кривизна делается для гладкости. И вот сейчас здесь G1. То есть я возьму инструмент Curve Match. Выберу одну, да, и сделаю Average. Ну, то есть по кривизне, но сделаю Average. Ну, у нас здесь Match должна быть по позиции. Позиция 0, все совпадает. Ну, Deviation у нас там отклонение все равно будет. Соответственно, если кривизну посмотреть, график, то вот он вот такой. То есть нажимаем ОК. И, соответственно, проверяем. То есть G2, все отлично. То есть мы вот такой момент сделали. Но нам здесь еще необходимо на виде справа, вот здесь, в этом месте, сделать разрез. То есть мы... Через point, да, вот здесь делаем тоже разрез. То есть в этом месте. И вот эту часть можно уже как бы убрать, она не нужна. То есть нам фактически вот это нужно. И теперь мы делаем вот такое вот действие. То есть привязываемся по end, соответственно, привязываемся по end. Делаем rebuild. Ну, я rebuild сделаю сначала второй степени с тремя точками, для того, чтобы направление задать. Ну, вот, предположим, вот так. И, соответственно, дальше через тот же Curve Approximation увеличу степень. То есть теперь у нас, по идее, все кривые должны быть третьей степени. То есть проверяем 3-4, да, там дальше. Только единственное, здесь такая ситуация, что точки нужно отключать. То есть все, что касается точек, нужно на отдельные слои, а потом только выбрать кривые и, соответственно, посмотреть детали. То есть третья степень. Ну, то есть у нас везде должна быть третья степень. Как только где-то выскочит не третья, значит ее нужно перестроить до третьей, то есть упростить. Ну, то есть все третьей степени можно перепровериться еще на всякий случай. То есть, соответственно, все сделаны здесь тоже. Теперь получается, мы как бы на виде спереди делали какие-то моменты. Теперь нам необходимо сделать это на виде сверху. То есть, опять же, здесь такой вариант получается. Нам необходимо теперь сделать, ну, попробовать можно, но это не будет хорошо. То есть, по трем точкам, да, то есть мы, например, делаем вот так. Ставим точку здесь. Хотя, как бы я ожидал, конечно, худшего, но здесь немножечко... Не тот вариант, то есть попробуем сделать по-другому. То есть привязку я ставлю фактически вот, можно даже привязку к чертежу, конечно, к середине ставить. Но, в принципе, можно пользоваться смарт-треком. То есть смарт-трек включаем, временно привязались, точка засветилась. Соответственно, движемся, ставим где-то, предположим, в этом месте, да. Переходим, привязываемся сюда, привязались, а где-то, ну, он нам показывает пересечение с чем-то, ну, поставим точку вот здесь, то есть
Как бы вот она, да, получилась у нас кривая. Делаем rebuild, соответственно, сразу делаем вторую степень, чтобы направление задать. И желательно, конечно, сразу кривизну включить, посмотреть, то есть как у нас будет изменяться наша эпюра. То есть начинаем в эту сторону, подвинули до какого-то момента, подвигаем вверх, соответственно, двигаем дальше. То есть в данном случае пока направление нам необходимо задать. То есть мы пытаемся добиться, чтобы форма нашей кривой соответствовала вот этому чертежу. Но здесь в данном случае этой степени не хватает. Ну, здесь видно, не хватит. То есть если мы будем в это место двигаться, вот здесь, да, подравниваться вот сюда, у нас в это место уйдет, скажем. Поэтому направление задано. И, соответственно, перестраиваем до четвертой степени. Вернее, до третьей. Поскольку направление не поменялось, отображаем наши контрольные точки. И вот эту теперь здесь немножечко подтягиваем. То есть в этой стороне. И, соответственно, в этой стороне. То есть вот, как бы, если немножечко больше сделать нашу эпюру, соответственно, она вот выглядит вот таким вот образом. Ну, здесь можно количество, плотность указать больше, например, там, чтобы четче было видно. И отключаем пока что. Единственное, если там сильно точность нужна, тут как бы вот этот момент, да, его можно немножечко вот здесь, так сказать, подправить. Сильно на форму это не повлияет. То есть у нас получился вот такой момент. Соответственно, делаем его сюда же. Вот, и смотрим, что же у нас тут такого есть. То есть теперь получается на виде топ, ну вот, поскольку у нас вот эти кривые нужно, ну я бы их скопировал, скажем. Для чего бы копировать? Ну, временно, скажем, скопировал. Хотя можно попробовать сделать. Ну, то есть нам, скажем так, вот в этом месте. Вот здесь, вот в этом месте, где точка стоит, да, нам нужно сделать на вот этой кривой, на верхней самой, сделать в разные стороны две вот таких вот кривых. То есть, в принципе, мы можем на виде топ проекцию убрать и, соответственно, сделать обычную кривую, посмотреть, попали мы туда или не попали. Ну, то есть, как бы, все нормально. Вот. И теперь на виде топ сделать rebuild, опять же, в той же самой степени, установить точку, сделать вот этот момент и, соответственно, сделать копию. И в этом случае, опять же, взять Curve Match, кривизну и сделать average. То есть поступить вот таким вот образом. То есть у нас получается желательно сделать вот такой момент. Мы эти две кривые делаем Curve Approximation, режем их внутри. Ну, то есть указываем разрез и соблюдать кривизну. Окей. Включаем, смотрим наши точки. То есть первая точка контролирует у нас от начала кривой, от начала конца кривой. Вот он, начало, конец кривой. Первая — это касательность, вторая — кривизну. То есть третью, если мы будем трогать, ничего у нас не пострадает. То есть переключаемся на место.
И вот немножечко вот делаем вот так. И чтобы убедиться, что у нас ничего не пострадало, то в этот момент можно просто проверить кривизну. Соответственно, G2. И теперь получается, в принципе, вот эти кривые на всякий случай можно создать свой темп, скопировать их туда, отключить его. Ну, так, на всякий случай. И вот теперь вот этими кривыми, вот этими, сделать трим ненужных моментов, скажем так. Я бы, конечно, в этом случае на вот этом виде вот эти две кривые взял бы просто и повернул бы сразу же. То есть повернул бы вот до... Ну и, кстати, здесь еще такой момент, что Smart Track желательно уже отключить, он не нужен. Ну, то есть я бы привязался вот сюда. Сделал бы вот таким способом, но немножечко будет отклонение от эскиза. То есть в данный момент получается, если отключить чертеж, ну и соответственно точки тоже, у нас есть какой-то набор кривых. Попробуем сделать такую штуку, то есть на виде сверху можно вот эту кривую отрезать. Ну, она даже ее резать не надо. Она вот как бы сделана, как бы это сказать, она, ну, она совпадает, скажем, с концом этой кривой. И здесь тоже. Единственное, только ее нужно разбить. То есть я две этих кривые тоже в темп скопирую. Вот. И, соответственно, на виде сверху вот здесь можно сделать сплит, но с привязкой по энду, только будет как бы вот немножечко не, по энду не получится, лучше сделать по int, то есть отключить, то есть вот в этом месте, да, сделать разрез. Вот таким вот образом. Вот эту можно удалить. Вот эти обе можно скопировать. И, соответственно, в Rhino есть такая замечательная команда. Кривая из двух видов. То есть можно взять вот эту, да, и вот эту. И вот он построил нам ту, которая нужна, но она не соответствует, скажем. Он-то, конечно, умеет ее строить. Он строит ее... Ну, довольно-таки небрежно. То есть такого количества точек нам не надо. Можно поступить как бы следующим образом. Выключить чертеж. И ну, здесь у нас как бы все нормально. Взять инструмент для работы с поверхностями. Две рельсы. И профильная кривая. Но здесь у нас упростить ее не получится. То есть я нажимаю ОК. Соответственно, достаю для работы кривые из объекта. И, соответственно, забираю вот это. А саму поверхность, вот эту, пока удаляю, она мне не нужна. И проверяю количество контрольных точек. То есть вот в данном случае у меня получается только на виде сверху не такой хороший вариант. И плюс здесь еще такой момент, если ее пока временно удалить и прийти вот на вид спереди, да, включить, то мне желательно, конечно, как бы от чего-то отравняться. Ну, то есть у меня вот эти, они как бы имеют какое-то ограничение, то есть на виде сверху, да, вот они до доходят почти. Ну тут тоже опять же можно сделать момент по поводу экстраполяции, то есть выделить, да, и соответственно подвинуть
можно, ну, лучше двигать за, то есть это удалить, а вот этой отрезать вот это. И, соответственно, скопировать по оси Y. Вот, то есть у нас какие-то ограничения есть. А вот здесь у нас ограничений по факту нет. Но как бы они нужны. Можно, конечно, провести, предположим, обычную линию. То есть с зажатым шифтом, да, соответственно. Ну, например, вот так. Переключить Gumball на Align to Object. И, соответственно, сделать вот такую вот штуку. Можно, конечно, там подвинуть чуть-чуть, если это нужно. Но какое-то ограничение нужно сделать для среза, скажем так. Соответственно, вот эти, ну, выделяем обе эти кривые и режем другие. И сразу же темп. То есть вот у нас ограничение какое-то есть, от которого мы уже теперь можем нормально отходить. То есть теперь по двум рельсам, теперь у нас кривая будет в том месте, где она необходима. Но мы также можем попробовать, ну, пока сделаем вот так, да, соответственно. То есть, получается, мне необходимо забрать пока вот эту часть, поверхность удалить, на основании, поверхность построить на основании четырех вот этих. То есть вот такой, вот она какая у нас получается, замечательная. Это у нас отклонение есть. Можно попробовать по длине поставить, то есть, например, ну, в эту сторону, конечно, можно не ставить. Вот по V направлению в пятую степень поставить. То есть отклонение будет меньше. Можно попробовать седьмую степень, то есть как бы... Ну, здесь седьмая фактически не нужна. То есть мы ограничимся 5, 3 на 5, то есть, ну, по степеням. Нажимаем ОК и, соответственно, переключаемся теперь в стандартный режим, только она обычно строится вот таким образом. То есть на виде сверху смотрим, что мы с этим можем сделать. Мы можем срезать ее. То есть теперь у нас есть поверхность. Режим Ghosted желательно. Вот она есть поверхность. Да, мы, соответственно, берем ее... Сплит делаем ей чем? Вот этим. И только если сплит не делается, то есть пробуем еще раз. Значит, где-то вот оно. То есть как бы у нас получается наша кривая, она отрезана практически не там. То есть теперь мы вот эти две удаляем. И достаем из темпа нормальную. То есть копируем копию вот сюда, а остальные пускай лежат там. И теперь нужно отрезать это вот в этом месте. Ну, то есть я сделаю еще раз вот этим инструментом, но уже будем резать вот в этом месте. То есть желательно, чтобы... Ну и опять же, она порезалась не там, где хотелось бы. То есть я поставлю точку вот здесь, на пересечении. И теперь по проекции разрежу вот этим. Попробую, по крайней мере. Если она не разрезается этим, значит, соответственно, по точке вот таким вот. Теперь проверяем... Что у нас здесь с кривыми получилось? То есть как разрезал инструмент Rhino. Ну, обе четвертой степени. Соответственно, проверяем G2. То есть все осталось нормально. Можно этим инструментом резать. Берем поверхность, делаем сплит, делаем вот так. То есть лишнюю часть удаляем. Нам вот это уже не нужна. Нам теперь необходимо взять вот эту часть. Отсюда поверхность удалить. Единственное, у нас немножечко сместилось. То есть можно вернуться назад.
Смотрите еще раз. Ну, как бы на одной части чертежа у нас все нормально, на эскизе, на другой части у нас такой себе момент, довольно интересный. То есть мы, по идее, должны вот эту кривую привязать аж вот сюда. То есть продлить нужно было бы. Но не будем мы этого делать. Легче срезать кривую вот здесь, в этом месте. То есть я поверхность удалю, вот эту кривую в точке срежу. Вот здесь удалю кусочек. Ну, то есть я буду ориентироваться как бы на построение. Потому что из чертежей нужно делать нормально, скажем. Ну, вот тоже. Такой вариант. Ее можно перестроить до 4. До 4 степени. То есть вот она. И, соответственно, делаем. 1, 2, 3, 4. Вот она, наша поверхность. Пробуем сделать здесь 5, 5 степень. То есть получается, если идти наоборот, вот эти части должны быть 5 степени. Вот эти. Ну, то есть он все равно по одной берет, поэтому. То есть 5 степень здесь, и здесь 5 степень. Окей. И, соответственно, если мы будем теперь создавать, он должен создать правильно. То есть меняем, соответственно, по оси Y. Отражаем. Вот она, наша первая часть. То есть теперь смотрим, как бы, что у нас будет во второй. А во второй у нас будет точно такой же результат, но только единственное, нам теперь необходимо сделать еще одно кривое. То есть мы должны привязаться, по идее, вот в это место. То есть я поставлю точку пока что. То есть я должен стартовать отсюда. Но это уже вторая, скажем, часть. А первая часть, ну, эту точку я пока оставлю, а первая часть, она должна быть, конечно, вот в этом месте. То есть по чертежу попробуем посмотреть, где находится у нас это. Ну, то есть, единственное, за счет вот этого скругления, как бы, я на него опираться не буду. Поэтому я отталкиваюсь от точки, которая у нас, вот она. То есть, вот эту можно удалить, она не нужна. То есть, я должен отталкиваться от этой точки. Соответственно, делаем. Ну, как бы у нас здесь как не хотелось, все равно получится немножечко с отклонением. Но оно не такое критичное, поэтому. То есть я сделаю через setPoint, соответственно, по Y и отравняюсь вот таким вот образом. Сделаю копию. Ну, у меня проекция пока на плоскости. Все равно придется поднимать, поэтому как бы пока делаем так. Соответственно, делаем сплит, опять же, в точке. Только 5 степень здесь не надо нам. Делаем 3. Довольно удобный инструмент в плане того, что расширенный функционал, он как бы часто более, ну, больше может пригодиться и больше дает возможностей. То есть делаем топ. Вот сюда. В принципе, вот эту штуку, вот эту, можно наклонить. А почему наклонить? Я бы наклонил. Ну, как бы здесь получается, вот, наклонил бы вот так. То есть таким образом. И, соответственно, на виде сверху, если вот эту кривую скопировать, да, ну, можно брать даже и с этой сразу, то, соответственно, вот этим, то есть чем режем, что режем, вот только единственное делаем вот так, то есть отрезаем.
То есть теперь у нас есть такой момент, который тот же самый, скажем. То есть мы выключаем пока вот эту часть. Соответственно, берем две рельсы наши. Ну, я беру кривые. То есть поверхность я пока не трогаю. И смотрим, что у нас получается на виде сверху. То есть нам необходимо это тоже срезать. То есть отрезаем. Берем отсюда, извлекаем, удаляем. И, соответственно, смотрим. Много. Нам столько не надо. Ставим пятую степень. То есть перестраиваем до пятой степени. И, соответственно, делаем на обратную сторону. И теперь строим этим инструментом по четырем. То есть, в принципе, если идти последовательно и соблюдать, ну, более-менее, там, скажем, логику и топологию, то фактически мы в конечном итоге получаем, ну, довольно нормального качества модель. То есть вот в данном случае мы пока сделали вот такой момент. Теперь получается у нас, ну, нужно посмотреть дальше. То есть мы должны постоянно, ну, не то чтобы прям сверяться, но, по крайней мере, стараться это делать. То есть на виде фронт включить чертеж. И вот получается, вот эта часть, вот эта, это у нас передняя часть, то есть она как бы такая довольно интересная. На одном виде одно, на другом виде другое. Но у нас для наших целей, скажем, есть привязка, должна быть привязка к вот этой точке, вот здесь. У нас не на что опираться в виде сверху. Но мы прекрасно понимаем, что как бы здесь должен быть. То есть получается вот такая вот ситуация. Я вот приблизительно где-то до вот этого момента, скорее всего, вот здесь проведу вот такую вот линию. И с привязкой NIR пока поставлю точку вот здесь. И удалю эту кривую, она мне не нужна. Дальше сделаю F5. Теперь у меня есть возможность, скажем, построить с привязкой по поинту окружность по трем точкам. Только где-то я не попал в точку точно. То есть вот таким вот образом. Да, и теперь можно ее просто отрезать. По поинту, соответственно, вот так. Вот так. И вот это удалить. А теперь вот эту через Curve Approximation сделать опять же третьей степени. Соответственно, выбрать сплит. И вот точки ее разрезать опять же соблюдением кривизны. То есть получается у нас, как бы, если мы это убираем, то, соответственно, у нас вот какой момент для построения готов. Мы берем две рельсы, одну кривую, вторую, третью, соответственно, смотрим. Смотрим на виде сверху с учетом чертежа. То есть как бы все нормально попадает. Здесь даже фактически убирать ничего не стоит. Включаем чертеж, забираем вот эту грань, только единственное мы берем вот это, удаляем, соответственно, смотрим степень, здесь хватает третий, соответственно, делаем перестроение до третьей, нажимаем ОК и копируем. То есть у нас получается вот такой момент, как бы вот эти кривые мне уже не нужны. Я их удаляю темп. Ну, им можно сделать. Я обычно группирую, мне так легче, потом проще доставать. То есть убрали. Соответственно, вот эту часть, вот эту кривую, тоже можно туда же убрать. Как бы на данный момент она особенно нам
нет необходимости в ней. То есть здесь еще есть такой вариант. То есть проверяем, что у нас здесь получается. Самый нормальный вариант проверки — это сделать surface matching, выбрать какое-то одно ребро и сделать по кривизне average. Она, конечно, будет отклоняться, но надеюсь, то есть для проверки сделать вот таким вот образом и, соответственно, проверить через зебру. Так, ну-ка, то есть достать панель для анализа поверхности и, соответственно, смотреть, что у нас получается. Ну, поправить немножечко придется сетка, плотность. Ну, поставим 2К. Вполне себе, скажем, адекватно, но после перестроения, конечно, здесь... Ну-ка, нажимаем ОК, попробуем вертикальную. То есть, в принципе, такой вот момент с искривлениями. То есть можно проверить графиком кривизны. Только единственное, она теперь показывает нам разные направления. То есть желательно зебру отключить, выбрать все поверхности, включить в них и за кривые, и посмотреть, куда они смотрят. Ну да, просто направления разные, поэтому анализ direction, swap UV. Ну-ка. И, соответственно, то же самое. То есть, чтобы в одну сторону смотрело все это. Ну-ка, кривизна. Adjust scale. И вот у нас то, что у нас получилось. То есть, как бывали, если эта проблема реализована, ну, скажем, намного лучше. Поэтому предлагаю сделать немножко другой вариант. Тут как бы он сам собой напрашивается. То есть я пока временно вот этот темп скину. Вот, сделаю копию. И, соответственно, сделаю перестроение вот этих кривых. Вот этой и вот этой. Сделаю третью степень здесь. Сделаю третью степень здесь, то есть он перестроит кривое. Ну и, соответственно, во всех этих местах сделаю ее одинарную. То есть, чтобы не было... Здесь теперь, конечно, отклонение есть. В этом месте отклонение. Как посмотреть очень близко? То есть ставим точку, только без проекции. Выделяем ее, именно саму точку, и Zoom selected. То есть вот наше отклонение. Смотрим. То есть нам теперь необходимо сделать такой вариант. Ну, как бы предлагаю вот эту кривую по F6. Можно point near выключить, integer. Intersection, вернее, выключить, соответственно, взять нит, поднять. Вот. Отобразить контрольные точки. Вот эту. Вообще можно на эту кривизну. Ну, можно было немножечко поступить иначе. То есть чуть-чуть больше сделать. То есть я сделаю вот здесь пятую степень. То есть подниму у всех до пятой степени. То есть делаю больше, чтобы у меня была возможность запаса, скажем так.
То есть теперь идем на вид фронт. Соответственно, F6 mid сюда. И дальше отображаем вот эти моменты. То есть первая это касательная, да, вторая это кривизна, третья ни на что не влияет. Поэтому третью с шифтом сюда. Просто Аврина Mirror не особо срабатывает. Если в Алиасе, предположим, при построении кривой существует возможность сразу указывать, что на обратном конце будет кривизна, то Аврина такого нет. Тут как бы в этом, скажем, проблема. То есть берем мид, находим, да, двигаем, включаем контрольные точки наши. Соответственно, F6, двигаем вот сюда. В этой части то же самое. Ну, то есть, как бы в Алиасе немножко усиленные инструменты по моделированию. Дальше идем. Вот у нас здесь mid ставим на end. То есть я с запасом специально делал пятую степень, чтобы у меня была возможность. Ну, то есть, вот даже вот в этом случае, как бы, построение приходится нужно перепроверять, потому что вот какие у нас варианты получаются. Так, мы пока это трогать не будем. То есть тут все нормально. Соответственно, вот этот вариант. То есть это такой замечательный момент, в котором, скажем, видно, где какие отклонения. То есть вот он mid, соответственно, F10. И до передвигаем это на место пока что. С боковыми кривыми сейчас будем делать совсем другие операции и действия. То есть вот оно у нас все на месте. Здесь тоже. Ну и теперь нам необходимо вот с этим справиться. То есть я одну уберу. Одну перестрою. Ну, можно попробовать через Secure Approximation сделать, понизить степень до второй. Apply. То есть вот она понизилась. Соответственно, отобразить и переместить туда, куда необходимо. То есть вот сюда. И теперь опять же через Secure Approximation сделать до пятой степени. Ну, здесь в принципе не пятая, здесь третий хватит вполне. То есть, ну да. Копируем. Вот. И теперь у нас как бы существует совсем другая возможность, по идее. То есть берем теперь внешние кривые. То есть, раз, два, три, четыре. Я центральную не трогаю. То есть вот у нас одна поверхность. То есть я буду делать теперь все одинарной поверхностью. Лучше сделать одинарную и потом ее разбить, скажем так. Apply, то есть тот же самый вариант, переворачиваем. Вот он, соответственно, следующий такой же. То есть, окей. Соответственно, разворачиваем. То есть точки я перетаскиваю на слой точек. Они, наверное, мне уже не пригодятся. А теперь поверхности попробую состыковать. То есть закроются ли мои ребра? Закрылись. Значит, все отлично. Возвращаем кривые. То есть вот эти кривые в темп не нужны. И, соответственно, вот это. Ну, это были промежуточные, скажем, кривые. Потому что, ну, то есть, как бы я специально показал, как работает Rhino вот в этом плане построения зеркальных моментов. Соответственно, включаем. Ну вот, то, что и требовалось добиться. То есть здесь уже зебра совсем другого вида. И здесь она лучше намного. Вот. Сделали. Дальше.
что нам необходимо делать дальше. То есть в этом случае берем еще раз кривую, ставим в ноль, у нас все ровно. То есть теперь нам необходимо на виде сверху, ну, чертеж может быть нам особенно не пригодится, но предлагаю такой вариант. Ну, как бы не то, что даже я предлагаю, он был в справке. То есть мы проводим вот такую вот линию, делаем ей ребилд. Включаем их 10. И, соответственно, проверяем align to object. Все отлично. И делаем какой-то такой момент в плане построения вот этой кривой. Можно, в принципе, наверное, даже чуть-чуть дальше сделать. Скорее всего, вот так. Вот. И перестроить ее до третьей степени. То есть, и посмотреть, кстати, IPO. Ну-ка. Ну, в принципе, оставим такой. То есть, F5. Вот. И переходим вот сюда. То есть, выключаем наш чертеж. И строим, соответственно, здесь у нас проверяем, какая степень пятая. Здесь у нас какая степень пятая. Здесь у нас какая степень третья. Здесь третья. То есть все надо сделать пятой. То есть делаем пятую степень. Ну, чтобы у нас поверхность была 5 на 5. То есть в этом случае вот делаем... Ну, у нас на другой стороне есть кривая, поэтому, если что, можно взять ее оттуда. Можно, конечно, перестроить. Лучше всего перестроить, то есть убрать вот эту. Соответственно, вот эту удалить, взять вот эту. Ну, желательно строить одинаковыми степенями. Ну, здесь пятая, она как была, так и остается. По идее. Точно. Ну, соответственно, вот эту мы удалим, а вот эту скопируем. Вот, и, соответственно, перестроим вот эти. То есть, даже если так, то можно поставить 5 на 5, пускай будет такая. Ну, и дальше строим. Теперь у нас все в пятой степени. То есть, я строю по кривым. Строго по кривым. И, соответственно, 5 на 5 укажем. То есть, окей. Попробуем скопировать это туда. Выделим наши кривые, пока и строим. Попробуем объединить. Как бы все отлично. Попробуем посмотреть за кривые. Ну, только единственное направление. То есть, можно, в принципе, разбить. Смотрим направление. Это должна быть красная по горизонтали. То есть вот она здесь. Здесь тоже по горизонтали. Здесь, соответственно, по горизонтали. Ну, вот это развернем. То есть, соответственно, зеленая вот у нас посредине, да, и красная. Ну, то есть уже как бы все это выглядит более-менее. Пускай будет так. Выделяем. Объединяем. И поскольку у нас здесь все пятой степени, попробуем сделать. Нажимаем ОК. Вот она у нас. Ну, развернем направление. Здесь оно не критично. И попробуем сшить. Смотрим. Как бы в данный момент все замечательно. Смотрим environment map. То есть, ну, это у нас Autodesk Alias. Только единственное, конечно, самый интересный вариант получился вот в этом месте. То есть кривая у нас, ну,
все равно вам придется это убирать, поэтому как бы так как для просмотра была вот эта кривая, а вот эта вот поверхность нам пока не нужна. То есть ее можно в принципе удалить. То есть переходим на этот вид. И у нас получается, нам нужен чертеж снова. Вот теперь как раз по поводу построения. То есть у нас здесь, если взять вот этот вариант, да, у нас идет неровная поверхность, то есть она скошенная. Вот в этом случае как раз получается, как бы, как в этом случае быть. То есть мы можем пока отключить это все. Вот это пока временно удалить, вернуть наши все кривые. И вот здесь на виде справа вот эти кривые положить на поверхность. То есть что имеется в виду? На виде топ сделать transform, project to cplane, нажать yes. То есть они у нас теперь ровные. Вот. И как раз попадает вот здесь наша кривая. А в этом случае получается вот в этой части среднюю получается мы можем уже убрать в темп, она не нужна. То есть как если надо перестроить, ну то есть как быть. Опять же, у одной кривой делаем Curl Approximation, вернее не Curl Approximation, Control Point Modeling и экстраполяция. И, соответственно, ее тянем. То есть и точки тоже за ней тянутся, по, распределяются правильно по кривой. Дальше. Берем простую кривую, ставим в 0, ставим вот так и ней срезаем, ну ею срезаем, меняем в темп, удаляем, вот эту удаляем, вот эту проверяем, то есть 5 все нормально, ставим вот сюда и соответственно теперь вот эту часть. Ну, можно с проекцией. Как бы делаем move до вот этого момента. И просто-напросто делаем ей поворот до вот этого момента. Вот. Теперь получается у нас вот эту кривую удаляем. Вот эту делаем curl approximation. Понижаем степень до второй. Окей. Отображаем вот это, делаем F6, тащим вот сюда, вот она. Соответственно, здесь тот же самый вариант. То есть вот эту дотаскиваем сюда, но мы все равно перестроим кривую. То есть вот таким образом, соответственно, перестраиваем до пятой степени. И выделяем, копируем, проверяем, чтобы все сходилось. Ну, как бы все отлично. Вот, и только в этом случае теперь лучше всего строить эти наши поверхности. То есть как бы делаем вот такое. Такое построение. Опять же делаем то же самое. У нас там степени есть. Там все. Всего хватает. То есть вот в эту часть. И соответственно то есть теперь копируем, выделяем кривые, скрываем, выделяем все, делаем join.
Ну вот у нас здесь получается нехороший момент, потому что откатываемся назад, вот это удаляем, проверяем почему. То есть как бы мы выделяем наши поверхности по Ctrl+T и соответственно смотрим. То есть можно посмотреть просто, можно, мне обычно больше нравится вот этот вариант, когда я могу приблизиться очень близко к точке. То есть здесь все нормально. Здесь у нас, скорее всего, ну да, изменилась наша кривая. То есть надо было на двух концах менять. То есть опять же удаляем вот эту, перестроим ее до второй степени. Apply, окей, проверяем. Тут на месте осталось, на месте. А вот в этом месте она у нас чуть-чуть отошла от своего положения. Вот она. То есть F10, F6. И, соответственно, по эндру. То есть вот теперь все отлично. Перестраиваем ее до пятой степени. И у нас, ну, как бы можно это все делать быстрее, ясное дело. То есть, когда объяснений никаких нет, то делается намного быстрее. То есть получается у нас, делаем. То есть первая поверхность есть. Вторая поверхность есть, разворачиваем ее, соответственно, третья поверхность есть и четвертая поверхность есть тоже. Копируем вот это, выделяем. Точку выделю, перемещу. Change, кривые выделю. Пока скрою. Выделю все. Делаю join. Смотрим. Все объединилось. Отлично. То есть, вот теперь все как бы на горизонтали. Как проверить, на горизонтали оно или нет? Команда cap. Если сработает, значит на горизонтали. Если не сработает, значит не на горизонтали. То есть, теперь вот возникает вопрос. Как бы строили, строили, наконец построили. Да, смотрим. Mid. И вот смотрим вот сюда. То есть как бы неровно получается. Отрезать это, конечно, неинтересно, но у нас здесь отрезаться будет совсем другой вариант. Она и не закрылась, то есть она нам такой не нужна. Идем на VidRight, соответственно, переключаемся в Ghosted, открываем чертеж, смотрим, можно, в принципе, и за кривые включить, чтобы видно было, где граница проходит. Вот, у нас есть наши кривые внутренние, то есть вот это, вот это. Вот это, вот это и вот это. Ну, кстати, вот это можно достать и выкинуть в темп. Она как бы не нужна особенно. То есть, вот таким вот образом. Надо нам порезать вот эту штуку, разрезать. Соответственно, режем. То есть, у нас кричит, ругается. То есть не срезалась. Не хочет, да, прорезать. Пробуем сделать. То есть она не пересекается объект. Здесь, кстати, вот тоже надо проверить такой момент. Если это все join, то одна кривая, то теперь через нее можно сделать, например, trim. Попробовать. Получится или не получится. Ну, в данный момент не получается. То есть в чем проблема? Взрываем. Вот это все. Выделяем какую-то. Пробуем сделать сплит. То есть у нас, если чертеж убрать, не хочет она делать сплит. И это, ну, кстати, мы вот эту, скорее всего, удалим, чтобы она нам не мешала. То есть пробуем еще раз. То есть нам нужен сплит.
он не срабатывает. То есть split файл, это object main, not intersect. Ну, то есть получается, что не получается. Можно попробовать сделать матч по позиции. То есть взять кривую, позиция. Окей. Проверить. На всякий случай. Окей. Соответственно, третью. Окей. Ну, мало ли, как бы такие моменты иногда бывают. И вот у меня ответ. Почему не пересекалось? Потому что кривая не совпадала. Возвращаем немножечко назад. В принципе, можно теперь вот эту копировать на ту сторону. Вот эти кривые. Вот это снять, а вот эти в группу и, соответственно, темп уже change. Теперь делаем срез вот здесь. То есть выделяем обе, делаем срез, сойдется, не сойдется. И сходится, соответственно, тот же самый вариант. Curve match по позиции. Apply, ok. Выделяем, делаем, пробуем сделать сплит. Не сходится. То есть здесь может быть вот такая ситуация. Не достает. Соответственно, Control Point Modeling, экстраполяция. Тянем сюда. Нажимаем ОК. Ну, надо, чтобы пересекало. То есть оно нам сигнализирует о том, что она здесь пересекает явно. То есть мы выделяем. И теперь уже делаем срез. Лишнее удаляем. То есть Ctrl F2, Temp. Change и смотрим, что у нас получилось. То есть вот все как бы вполне замечательно. То есть продолжаем. Выбираем простую кривую. Ставим. Ну, я rebuild сделаю таким образом. Ну, поставлю опять же 5. Только 6 контрольных точек и 5. Окей. Делаем то есть там 5 на 5, все отлично. Соответственно, меняем нашу сторону, изнаночную на лицевую. Соответственно, тот же вариант здесь. Опять же, rebuild стандартный. И, ну, в принципе, можно тот же вариант сделать и здесь. Как бы. Других вариантов здесь не предполагается. Все, такой вот момент. Ну и закрываем поверхность. То есть закрываем вот эту. Можно, конечно, какую-то фигурную сделать там таких моментов. Ну, то есть никто не против. Ну, пока движемся по, то есть 3 на 3 меня не устраивает, я поставлю 5 на 5, соответственно, окей. Выделяю кривые в темп, ну, опять же, сгруппируем их, change. Здесь поменяем направление, swap UV. Пробуем. И поменяем. То есть вот в данном случае не хватило, даже не хватило, а в принципе мы должны сделать какую вещь. Взорвать вот это все. Соответственно, сделать untrim с новыми данными. То есть вот это сделать здесь untrim. И на этом ребре untrim сделать. И теперь уже непосредственно поверхности вот эти. Сделать сплит. Ну, будем делать CRV, опять же. Выбрать вот эту и вот эту, да. Соответственно, срезать. И на этой стороне то же самое. Срезать. Попробую теперь все выделить и сделать join. То есть у нас даже в этом случае не срабатывает. Почему не срабатывает? Не хватает степени.
ладно, можно сделать по-другому. То есть только не эту сторону, но мы можем оторвать вот эту и вот эту. То есть вот эту перестроить, сделать curve approximation. То есть поднять степень. Сейчас посмотрим, по какому направлению. Поэтому не поднимется, а поднять по вот этому. Вообще он нам рисует четвертую степень. Ну-ка. Ну, попробуем создать по новой. То есть, вот эти кривые вернем на место. Но только теперь попробуем сделать поверхности с большей степенью. То есть, раз, два, 3, 4. Смотрим. То есть 1, 2, 3, 4, 5. То есть 6-я степень, да? Ну-ка проверяем. То есть это не меняется. Значит, по этому направлению попробуем сделать 7. В принципе, я бы здесь, наверное, сделал 9. Больше он мне, конечно, не даст сделать. Нажимаем ОК. Пробуем то же самое. Так, только здесь такая ситуация получается, что если у нас есть кривые, keep input, надо их оставлять, иначе программа их удаляет. Поэтому здесь как бы желательно смотреть за этим моментом. Ну вот здесь как раз поставим 9, а здесь поставим 5. То есть вот такую, и соответственно, ну тут можно 7, я так подозреваю. Так, в этом случае не меняется, попробуем 7. Ну, поставим 9-ю степень, пускай будет. То есть вот таким вот образом, пока скроем, выделим, объединим, попробуем. Попробуем сделать, посмотреть, вот mesh немножечко, ну, как бы на таких настройках он сильно не меняется. Я, конечно, поставлю побольше. Где-то вот так. Вот он у нас приблизился, да? И можно проверить, то есть если что-то не выходит, можно проверить, вот есть такая замечательная панелька. И вот есть join. Два открытых ребра соединить. Посмотреть сколько. То есть одна. Получается 1/100. Это много очень. И тут важный момент. Посмотреть где. То есть в какую сторону это все идет. Ну. Попробуем еще раз перетримить. То есть я взорву все. Вот, сделаем трим. Вот эту часть. Сделаем трим вот эту часть. Ну и соответственно попробуем теперь уже не по CRV, а просто так. То есть вот этой поверхности и вот этой. Вот так не работает. Соответственно, можно сделать какой вариант. Здесь у нас, по идее, попробовать untrim сделать, но untrim здесь не сделается, потому что он, ну, как бы не соблюдается. Можно попробовать сделать экстраполяцию, но тогда возникает вопрос, почему у нас не происходит разреза? Вроде как все у нас делалось по вот этим нашим кривым, но оно не совпадает. Можно сделать, в принципе, здесь довольно-таки простая поверхность. Можно ее просто попробовать вытянуть. Вот таким вот образом. Раз. Ну, можно на какое-то значение вытягивать. То есть, предположим, 1 и 1. То
есть вот это на 1.1 и вот это на 1.1. Чтобы было одинаково. Соответственно, теперь, чтобы проверить, попробуем сделать разрез. То есть разрез есть. То есть в этом случае срезалось. Но теперь можно перестроить, то есть вот эти удалить, вернуть кривые. Ну-ка. То есть вот этот момент вернуть. Попробовать их перестроить, то есть убрать еще раз. И с новыми данными попробовать перестроить. Опять же, rebuild до 5-й степени. И, соответственно, пробуем. То есть 5. Ну, там отклонение пишет 0.01, 0.015, вернее. Ну, посмотрим. То есть кривые пока скроем, выделяем все. Соответственно, нижняя часть у нас работала нормально, а верхняя нам снова не хочет объединяться. Да? Проверяем, насколько здесь отклонение. То есть 0,007 получается при 9-й степени. То есть 9-я степень, скажем так, маловато. Можно, конечно, две части разбить из двух кусков сделать. То есть, как бы поступить следующим образом. Взять вот так. То есть mid. Взять здесь тоже mid. И, соответственно, открыть вот эту кривую, да, на 5-й степени, создать вот в этом случае тоже еще одну, то есть сделать ей rebuild и сделать двумя кусками, если не получается. То есть как бы можно таким способом, можно сделать наоборот, можно сделать, ну, попробовать, по крайней мере, например, если делать второй вариант, можно сделать вот таким образом. Сделать blend здесь и здесь. Нажать apply, поставить позицию и посмотреть. Значит, 7-я степень, но здесь максимальная, да? Попробуем на две части. Два спана сделать. Попробуем 4 спана. То есть там 0,03 получается. А если убрать степень 6, а если на 2, здесь 0.03, 0.03, но получается на 4 куска. Я описываюсь, если 3, 0.04. То есть получается только 4 куска 6-й степени. А если 5-й? Нет, только 6-й. Ну вот, кстати, изначально поверхность 5-я, а после резки нужно на 1 степень увеличивать. Вот попробовать можно вот так сделать, да? То есть у нас получается, ну, кривые мы удаляем. И теперь у нас вот это из 4 спанов состоит. Ну, тут как бы, пускай будет так. Объединяем, то есть объединилась. Ее можно порезать. То есть мне надо здесь 4 куска, чтобы вписаться вот в эту вот, именно вот этот радиус. Следующее. Тот же самый blend. Закрываем теперь. Только единственное выбрать, подтвердить.
Здесь мне 4 куска не нужно. Один ставлю. И, соответственно, смотрю, 0. То есть, ну-ка. Ну вот, на седьмой степени отлично срабатывал. Следующий. Закрываем. Смотрим. Отклонение. Здесь все нормально. Соответственно, еще один. Ну, здесь, конечно, почему-то... Попробуем 2. Ну-ка, если 6 степени. Ну, довольно странная ситуация, конечно. Как бы на 6 степени. Ну, пускай будет 2. Оставлю здесь 2 куска. То есть, ну, как бы у меня нет цели сделать именно одним куском. Надо будет сделать одним куском. Соответственно, будем делать одним куском. Но здесь как-то... Ага, то есть вот оно у нас. То есть, если посмотреть детали, у нас степень первая. Можно сделать иначе. То есть, тем же инструментом построить вот этот момент, но только степень пятая, а здесь шестая. То есть пятая, вот раз, два, три, четыре, пять. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, можно даже седьмую попробовать поставить. Сколько будет отклонений. А если 8? А если 9? 9. Ну, здесь попробуем 9. Сошьется, не сошьется. Посмотрим. Как бы все вполне адекватно. То есть вот тот момент. Дальше. Вопрос возникает, как со всем этим быть дальше. Ну а дальше, соответственно, надо делать филеты. То есть, как бы последний вариант это филет. То есть идем солид. Будем делать стандартными инструментами Rhino. Можно, конечно, делать инструментами Autodesk, но будем делать Rhino. Выбираем вот это. Правая. Меняем Rolling Ball на Disk Between Rail. Превью. Соответственно, смотрим, какой радиус мы можем поставить. Поставим 200. Много. Поставим 100. Много. Поставим 50. Тоже много. Ну, поставим 25. Как бы не получается. Ставим 10. Вот на 10 у нас срабатывает наш радиус. Если поставить 15, вроде как бы тоже срабатывает. Ну, то есть довольно интересный вариант, почему не работает. Можно поступить другим способом. Curve Offset on Surface. То есть идем в какую-то сторону. Меняем клип, ставим 30. Ну, пускай попробуем 30. То есть тот же самый вариант. То есть вот 30, вот они наши 30. Делаем экстракт вот этих двух. Делаем сплит. Здесь удаляем. Делаем сплит здесь, удаляем. Для чего? Чтобы, скажем, сделать хороший бленд. То есть ставим бленд. Раз, два, соответственно, кривизну. Степень ставим шестую, спан один. Смотрим, какая у нас неаккуратная штука получается. Такая довольно. То есть по построению. Ну попробуем, смотрим, что у нас здесь получится. То есть отображаем точки. Вот как. С одного радиуса переход на другой. Ну, в смысле, то есть как бы. Ну, я, конечно, с этой сеткой не согласен. То есть она какая-то довольно вообще странная. Попробуем сделать стандартным риновским. Чего у нас из этого получится? То есть Blend Surface. Здесь, конечно, сейчас будет совсем неинтересный вариант. Ну да, тут спана куча. То есть как-то неинтересно. Ну, все-таки вернемся, скорее всего, сюда.
Ну, поставим 5. Еще веселее. То есть, почему, вот почему так? Ну, попробуем иначе сделать. Если не получается так, пробуем по-другому. Делаем blend curve по ребрам. Потому что как-то странно он строит. То есть здесь все оставляем как есть. Кривизна все есть. Соответственно, на второй стороне тот же самый вариант. И теперь делаем по 4. Смотрим. 3 на 3 не устраивает. 5 на 5. Почему здесь-то насекка хорошо смотрится? Ну, то есть вариант, да, такой интересный выходит у нас. Ну-ка, развернем Swap UV. И вот эту часть тоже развернем Swap UV. Кривые уберем. Соответственно, вот это срезаем вот этим. Не срезается. А почему? То есть вопрос. Ладно. Срезаем. Делаем сплит кривой. Сплит кривой. Не хочет. Не пересекает. Почему не пересекает? Делаем пересечение intersection. Смотрим. До одной стороны дошла, а до второй стороны не доходит, да? Получается. То есть вот как раз с такими моментами приходится разбираться. Почему так отрабатывает? Можем попробовать извлечь вот эту поверхность и попробовать ее срезать кривой. Но она странно так срезается. Ну ладно. Пока вот эту кривую точку спрячем. Соответственно, извлечем вот эту, сделаем сплит кривой. Это удалим, это скроем. Сделаем join. А join не будет. Почему не будет? Потому что вот она в чем проблема. Здесь не дошла. И здесь вот как бы такой момент. То есть отрываем вот эту штуку и удаляем. И теперь делаем тот же самый вариант по 4. У нас все 6 на 6. Но она не доходит. Поэтому вот здесь после резки сделаем объединение. То же самое. Ну, инструмент, вот он, мерч. То есть соединить ребра. И теперь пробуем еще раз. То есть у нас обе, у нас 4 поверхности обрезаны. То есть ставим 6-ю степень. 6-я, по идее, должна подойти. Смотрим, объединяем. Нет. Значит, соответственно, меняем направление Swap UV. Берем инструмент Surface Align. На ребра первое, второе, по часовой, третье, четвертое. Первое ребро, позиция же 0. Только не кип, а просто позиция. Дальше третье ребро, тоже же 0. Позиция. Выровнялась сетка. На двух оставшихся кривизна. Соответственно, здесь нам делать нечего. В матч идем. Позиция везде. То есть и на кривых, на кривизне позиции, и на позиции. Нажимаем ОК. И, соответственно, смотрим, что у нас получится. Все как и должно было быть, но не со всех сторон. Почему здесь не состыковалось? Потому что вот эту часть надо извлечь и сделать align.
то есть face matching, именно здесь. То есть кривизна и, соответственно, позиция. Попробовать. Только он перестроит теперь сетку. Вот в чем интерес. Ну, только такое ощущение, как будто, ну да, как будто она... Ну, попробуем еще раз сделать align. Только вот тут вот, как бы, на четвертом ребре сделать adopt. То есть, вот он как хочет адаптировать сетку. Ну, попробуем посмотреть, что получится. Только сетку адаптировал переходом. Нет, нас это не устраивает. Пробуем стандартное средство Rhino, которое называется Match Surface. Но в данном случае нужно делать только по тангенсу, оставлять здесь новым, сохранять точки контрольные или ближе к точкам. Нажимать ОК. Смотрим. Вообще переделал так, что как бы лучше бы и не переделывал. То есть возвращаемся. И у нас получается вот здесь такое ощущение, как будто две поверхности находят одна на одну. В каком-то моменте. То есть вот в этом. Вот здесь вот. Ну, скорее всего, не хватает степени. То есть я вот этот момент удалю. Шестую сделаю по вот этим направлениям. И выше подниму по другому направлению. То есть еще раз делаю. Ну, чтобы вписаться. Потому что почему-то ему не нравится. То есть смотрим. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть ставим 6. Да? Поставили. А по вот этому поставим 7. Только получается. Да, вот. Можно... Можно попробовать поставить выше. То есть 9. Ну-ка. Все равно не хочет. Попробуем посмотреть отклонение. 0,06. Ну, в принципе, попробуем еще раз align. Опять же, если адаптировать, он все равно не изменит сетку. Но сильно он ее изменит. Вроде как бы нет. То есть теперь на другом, значит, соответственно, возвращаемся назад. Ну-ка. Пробуем объединить. Отрываем это все. Делаем align. Но только здесь делаем adopt и здесь делаем adopt. Ну и вот какая веселая у нас сетка получается. То есть тут adopt делать нельзя. Ладно, вернемся на место. На четвертом поставим позицию. Я на втором тоже поставлю. Ну-ка. Нет, на четвертом нам ставить не надо. Нам надо на втором. Но если на втором поставим одну, то ничего у нас не получится. Так, здесь мы не будем делать тоже. Ну-ка, если... сделать четвертое нет здесь, в общем, adopt не помогает. То есть мы все посмотрели, ничего не помогает. Ну вот почему-то помогло. То есть переход, если посмотреть зеброй, будет, ну пускай будет зебра такая. То есть переход вполне отличный. Ну, можно таким образом зашивать. Как бы, понятное дело, долго.
Внутреннее можно делать солидом, то есть blend. Например, здесь посмотреть, попробовать 15, ну, поставить 20, предположим. То есть вот здесь 20 пускай будет, ну и здесь пускай будет 10, светло 10. То есть, ну, вообще-то в самом примере там немножечко побольше. Там вроде как вот здесь 30. Вот в этом месте 20, хотя можно тоже 30 попробовать поставить. То есть она почти достает. Ну, сделаем по 25, как раз будет в этих местах нормально. То есть в этом и в этом месте по 25, там место остается. И тут поставим 10. Будет так. Хотя можно поставить, наверное, 20. Попробовать. Ну, да, скорее всего, поставим 20. Пускай будет так. И дальше следующее ставим 10. То есть теперь уже цепочка ребер выделяется. Берем вот эту часть. То есть делаем 10. Соответственно, выделяем. Только не вот это ребро. Сделаем. Дальше сделаем 25 на вот этой части. Соответственно, 25 на вот этой части. Попробуем 25 здесь сделать. И, соответственно, здесь только выделить вот это. И, соответственно, теперь у нас 10 можно делать через Chain Edge. То есть на этой стороне и на этой стороне. По крайней мере, пробовать. И смотреть, что у нас получится. У нас не получится. Почему? Потому что у нас вот здесь радиус не сходится. Поэтому здесь надо ставить радиус variable, скажем так. То есть, что имеется в виду? Вот в этих местах поставить, например, 2. Вот здесь. Он сейчас это все переделает. Ну, пускай будет, ладно, 2. Вот здесь. А дальше добавлять add handle. То есть, предположим, например, вот здесь 10. То есть мы ему должны показать, где будет 10. На всех оставшихся местах, кроме первых, должно стоять 10. То есть можно отравниваться по энду. Вот до вот этого момента. И, соответственно, теперь получается все отлично. То есть вариативный радиус идет. Дальше тот же самый вариант. То есть применяем. Главное предпросмотр поставить. Вот. И в этом случае поставим 2. Он изменит. В этом случае поставим 2. Тоже изменит. И, соответственно, ставим add handle. То есть добавляем. 10 у нас и так стоит. То есть идем по эндам строго. То есть все моменты проходим по эндам. И получаем нормальный вариант. То есть сюда и последнее вот сюда. Ну, дальше у нас уже поверхности нет, где ставить, соответственно.
делаем. Как бы, конечно, здесь сборная солянка в плане патчей. То есть вот видно, что это сделано не упрощенными поверхностями. Чтобы делать упрощенными, надо все перестраивать. Ну, если выключить то, что отображаются эти кривые, то, соответственно, смотрим. Можно, конечно, Display Options отключить. Здесь отображение из-за кривых. И вот у нас какой вариант вышел. То есть вот такое построение получается. В принципе, чертежи я к видео приложу. Ну, у нас дело в том, что еще только единственное, что не достроено, скажем, это внутреннее наше. Внутренний наш этот момент. То есть здесь как бы вариант построения его каков. Берется цилиндр. Ну, предположим, например, вот такой, да, на виде справа, там, какой-то вот такой, например. Ну, далее мы его подгоняем куда-то тут как-то. Соответственно, если его взорвать и посмотреть контрольные точки, он вот какой у нас веселый. Здесь бы я, конечно, его перестроил. То есть сделал бы ребилд. По направлению зеленому. По зеленой стрелке. Это V. Я бы сделал 4 точки. Соответственно, третьей степени. По этому направлению сделал бы 8 на 3. То есть вот таким вот способом, соответственно, смотрим. Вот у нас как замечательно теперь выглядит. То есть мы пока вот эту часть скроем. Вот это удалим. Вот это удалим. Соответственно, можно разными инструментами воспользоваться. Ну, сделаем вот Surface from Planar Curve. То есть раз и два. Зачем нам это было делать? То есть мы перестроили. Ну-ка. То есть смотрим раз и смотрим два. То есть у нас такая ситуация. Мы можем это все как бы сгруппировать, но в принципе вот эту часть мы сейчас уберем. Вот. Я бы в данный момент, по крайней мере, попробовал бы сделать. Ну, акцентрировал бы это через концентрик. Вот. Посмотрел, где идет шов. То есть шов идет у нас вот в этом месте, да. Соответственно, надо повернуть, ну, до какого-то нормального состояния. Не знаю, там, пускай будет здесь. Сделал бы вот так. Только единственное, Transform, Project UT Plane. И, соответственно, получил бы вот такой вариант. Ну и отравнялся бы по вот этой части. И, соответственно, пробовал бы сделать Revolve, вращение. Посмотрел бы, что из этого получится. То есть какая здесь будет поверхность. Ну, в принципе, та же самая. Как бы, если ее вернуть и сделать ей ребилд, ну-ка, можно попробовать сделать вот такой. Ради интереса, такой будет. Ну, то есть вот такой мне нужен рисунок. Right, соответственно, сделать копию посередине. Вот. То есть зачем, как бы, зачем так делать? Можно было ту перестроить, можно было эту. То есть чтобы совпадали точки. Вот они совпадают, если попробовать это все объединить. То есть мне нужен такой цилиндр. Не знаю, перестроить, не перестроить. Если, ну, в принципе, если вернуться, то будет вот так. То теперь вот это все в группу. То есть вот это в группу.
киногруппе теперь точки отображаются. На твердом теле точки, ну, не отображаются. Ну, просто я не хочу использовать инструмент Cage. Вот, возвращаем наш объект на место. Polysurface. И теперь переходим на чертежи и смотрим на виде фронт. То есть точки отключаем пока что. Соответственно, каким-то образом доводим вот так. Дальше делаем на вот этой части такой вот момент. То есть это мы отравниваем заднюю сторону фактически. И ставим его, центрируем вертикал центр. Вот. Теперь можно отобразить точки. Ну, в принципе, конечно, желательно было сделать ребилд вот этой части. Только единственное, разгруппировать. Выделить только вот это. Сделать ребилд. Вот. По зеленому сделать 2-1. Вот так. Вот таким вот образом сделать. То есть 3. Ctrl F3 в группу. И теперь для чего? Для того, чтобы вот это теперь сделать вот таким вот образом. Отодвинуть вот сюда. Повернуть. Только поворачивать необходимо вот так. Соответственно, опустить, поднять сюда и повернуть еще раз. То есть вот таким вот образом. Дальше сделать то же самое, но с шифтом. То есть уменьшить до какого-то состояния. Вот таким. Теперь разгруппировать, вот это перестроить, соответственно, 4 на 3, окей. И теперь поверхности опять же сгруппировать, вот, и только теперь у нас есть возможность, ну, можно, в принципе, и не менять, но, скажем, увеличить. Только увеличивать. Назад откатимся, увеличивать вот с вот этими точками. Попробовать, по крайней мере. Их можно... Можно сделать каким образом? Можно просто их отравнять. Вот так, например. Здесь то же самое сделать. Как бы сделать вот так. И, соответственно, вернуть назад. И пробовать. Ну, тут точки, по идее, должны стоять на одном уровне. Единственное, какие-то из них можно, например, сделать вот так. Вот. По крайней мере, попробовать. Вот эту штуку можно опустить. И, соответственно, вот эти точки можно наклонить. То есть сделать вот так. Подвинуть. Ну и форму придать. Тут уже такую, предположим, например. Вот. Посмотреть, что у нас из этого получилось. То есть как бы можно подвинуть на какое-то расстояние. Можно оставить так, можно, ну, то есть тут уже дальше
Вот, и, соответственно, выключить. Вот это разгруппировать. Теперь поверхности выбрать. Объединить. Они, конечно, не сойдутся. Ну, потому что вот эту теперь надо убрать, и вот эту убрать. Они нам нужны были как вспомогательные. Попробовать сделать кап. Вот, они закроются. И дальше, соответственно, сделать бленды. Ну, пускай будет 10. Например, 10 здесь. И 50 здесь. Ну, 50 это много. Пускай будет 25. То есть вот 25. Ну и дальше уже придумывать крепление. То есть вот он вариант. Если его попробовать посмотреть в каком-нибудь режиме environment map. Вот. Ну, вариант этой зебры, конечно, избыточный. То есть вот так выглядит, вот так. То есть дальше спокойно с этим можно работать. То есть это проверка у нас на блики. То есть вот такой вот получается вариант в итоге такой модели. Чертежи будут приложены, по ним можно попробовать сделать. Но это стандартный пример из какого-то хелпа Autodesk Alias. Только единственное, вот здесь эти моменты тоже можно будет срезать, ну, как бы доводить это до ума. То есть здесь правильная поверхность ровная, а здесь ее можно сделать, можно, она вообще-то по чертежу идет, соответственно, срезанная. То есть мы здесь в этом случае можем делать просто вот таким вот образом убрать и срезать ненужное. Соответственно, срежет, перестроит, и мы получим вот такой вариант. То есть, если смотреть теперь вот так, то вот у нас что получилось. Ну, если срезать не надо так, то, соответственно, переделать. Ну, дальше внутренности. Делать офсет. Можно закрыть. Сделать shell, попробовать толщину, но не факт, что Ирина ее правильно сделает. Если делать shell, то только из угловатой. То есть мы сначала делаем форму общую, потом режем до мелочей. То есть мы в моделировании идем от общего к частному. И в итоге получаем вот такой результат.